Riscarea? And died. Yeah, there is an extra shield at spawn. Все, поехали ебать дебилов, у них на каве дебилы, yeah. Кроме качества. Да, okay. Okay. Да, жалко, у меня 5 дротиков. Смотри, Зак, лучник, ты постоянно не держишься успехами. Теперь так, в... прямо сейчас проходите налево, начинайте налево идти. Да, ретишь командовать будешь, мы с тобой не поебем, да, конница? Не, ну я так, полу-полу. Теперь смотрите, а они вас... Они тоже идут, да? Да, да. Мы первые. Мы первые, все, проходим, занимаем руину, лучник в руину, пехи, пехи на флаг. О, я попал в кого-то. Это, разменялся, как говорится. Теперь смотрите, прямо сейчас начинайте проходить на них. Вот, нет, назад, туда не проходим, идете к флагу. Теперь смотрите, пехота, вам очень важно держаться вместе, ни в каких случаях не расходиться. И копейщик, ты выполняешь работу по карте. Направо, уже на лестницу поднимается. Направо, один. Да, и идите на них, встречайте их. А, лучник, там к тебе один поднимается. Прямо сейчас. Не спускаться или нет? А, ну, кава заезжает. Кава сзади. Я упал. Вам нужно играть, же. Каву сбил. Найс, продолжайте. Фак, они... It's okay. Найс. Он дал. Бля, луков занимал двух. 3-3. На втором месте. Там кава и лучник. Залезьте в руинки, посидите, пока... Смотрите, это я Бендетту попал в плечо, бля. What the fuck, Вородин. Пойдем. У тебя дротиков дохуя, Зенджер. Стреляет хуйня. Вот это зря ты сделал. Ну ладно. На самом деле, плохо сыграю, ладно, плохо. Долго перетягивай. На хз, мы, блядь, дохуя умерло быстро. Да. Растянулись еще очень сильно. Парни, дайте мне 10 дротиков, блядь, разъебу каву их. Пехота, вы слишком сильно разделяетесь, сама не может останавливать каву. Вас просто разбирают по одному, кава в спину заезжает. Нельзя так делать. У них вот сидят с 3 килами. У нас 4 флага норских. Ранил коня с Идиада. Что такое? Окей. Центр флаг. Начинайте проходить, проходите по... У них справа есть лучник? Да. У них есть в центре лучник. Есть он, есть. Да, справа лучник. Да, смотри, Эльдар, ты стоишь, пехота, проходите по правому флангу. А ну, приготовься заезжать. Пехота, смотрите, как только вы подходите и готовы заходить, говорите «заходим», и кава заезжает. Слева еще лук. Да, мы займем. Мы готовы, в принципе. Да. Бампнешь, Рори? А, блядь. Кава едет. Блядь. Я лучше не ранил Пендетту. Да. Хуйня, Иван. Ну, забей, это... трудно с лучниками. Да. Хорошо, играем по-другому. Берем так. Эльдар, возьми пехоту. Без лука? Да, без лука, нахуй, мне нужен лучник. И, значит, на мече сыграю. Куда идем? Так, пак дротик. Угу. Налево идете. Налево, ребят. Вы пехотой слишком, ну, как-то некоординированно их забираете. У вас пехота чисто рассыпана получается. Нам нужно именно их так координированно пробивать топорами, ну, чисто пушить их надо. Да, они тоже слева. Упс, слева один лучник, они... Не, проходите к руине. Вы им руину не должны давать. Можно сразу зайти в нее.
Блядь. На лука. На столах лучник. Нубис? Мы все поднимаем сюда? Нет, нет. Не-не-не, ну зачем все? Ой-ой-ой. Блядь, ебать, опять во что стопнулся, Рейб. Подстава, да? Пиздец. Что за хуйня была? Да это подстава, Иванова. Кава едет. Смотри, у меня просто на копье или на чем? Нормально, нормально, Рейб. Меня запушивают. Че ты, Дима, начинаешь паниковать, блядь? Дима, ничего паниковать. Лучник сверху. Он стреляет? Попал в него. Осторожно, лучник стреляет, ребят, не это. Эльдар, ты открываешь новый класс для себя. Че новый-то? Я играл за тебя? Не, он на пехе играл. Типа. Я, блин, давно играю, чувак. Ты думаешь, я полгода играю? Пеня, зайди на кого? Или ты не умер? А, не, не умер. Ладно, окей. У нас из тебя конники. Не, надо. Да, не забудьте закупиться, потому что нас все выжили. Эхай. Да, че. О, это получается я. 10 дротиков. И ты скинь кто-то сама. Ты не сможешь скинуть? Не успел. А, понял, хуй. У меня был это залутанный, все равно забей, я понял. Забей. Они снова в центре. Может просто пройдем на них и пока они не займут позицию? Ну давай, под металлками. Начинайте под них проходить. Попал. Чисто металки в дело. У них один лучник далеко слева. Начинайте их пушить. Прямо именно агрессивно. Полностью на них. Полный прошат. Кау заезжает. Застопал одну. Я на лучников пойду. Паш. Чё, блядь, у него сколько прицел держится, блядь. Кто хуй там стреляет, он же не играет, блядь. Ох, хз, как помирали. Ну, не должны как бы. Да, ребят. Реально, да. Скилл, наверное. Два лука? Ну да, два лука. Я таган могу скинуть. Он как, ты будешь играть? Он в этот, оп, мутнулся. Ты его попнул, а, спроси. Ну, не, не знаю, я не буду спрашивать. Хочешь, не хочешь. Он обиделся на тебя. Ну, точно никто не может на каве. Ну что ты начинаешь за него говорить, Дима, блядь? Нет, я просто говорю... В смысле за него? Я говорю, что если у нас... Успехов дохуя, он на каве играет. И он начинает говорить, я не буду. Не хочет, пускай не играет, я не буду спрашивать. Я не говорю, что он виноват, я говорю, что у нас нету еще кого-нибудь на кайфе. Ну, насколько я знаю, нет. И, ну ладно. Зангера, ты умеешь на кайфе? Да, он... Не очень. Ну что? Не очень. Ага. Ну ладно. Давайте тогда... Блять, да тут уже хуй знает, как это играть. Да, придется играть таким же сетапом. Эльдар лучник, Анубис я Кава, все остальные пехи. А чё, один лучник? Ну, у нас нет второго лучника, у нас просто реально его нету. Ну, у нас, либо, у нас либо нету второго лучника, либо нет второй Кавы, вот и все. Здесь очень просто. А, ну, по-моему, две Кавы это будет лучше, чем два лучника. Да, посмотрим. Сравнить нормальный лучник. Ну, сравнить было бы хорошо, бы если все-таки пикавы, они маневренные. И получится. Короче, а, там... Я скину еще. Эльдар, да, скинь этот. Да, идем в центр сразу. Верден, you don't drop anything, just buy your shit. Парадин. Старый дичь. Здорово, жрец. No life. А тут этот сербский хуй АФК. Проебали они просто там. Да, проебали.
ЧМ. А, да? Ну да, вроде проебали. 2-1. Какой там счет? Ну, 2-1 проебали. I'm back, sorry. Bitch. Red life. Yeah, buy your shit. Do I drop shield? No. Okay. Он тут, да, окей. Где кава слабо играет? У нас одна кава, ой, точнее, один лучник. Да. Ой, скиньте меч бесплатный, если поможет. Где ланца? Почему у меня ланца нет? Спасибо. А, я скинул, я ее скинул, блядь. Блядь, придурок. Перебамбук. Рэй, щит ток лежит хороший, наверное, забери, нахуй. Ну, в принципе, кстати говоря, против нордов, наверное, один лучник нормально. А, нет, ну, бару, два нормально против нордов. Ну. Лучники могут убивать каву нордскую быстро. Да. Проходи направо. Да, они так же проходят. Идем. О, хорошо, хоть не за нами. Они будут первые там, да? Нет, мы четыре. А. Одинаково. Лучник. А вы там деретесь же? Конечно. Ну типа да. Так, а чё вы своих кинули? Вы чё, гоните? А ребят, а чё вы не деретесь? Чё вы ловите джавелины? Ну просто энгейдж, это драка. А как у меня коня с ваншотил? Что-то они как-то играют странно, с дурачами. Он так это не демон. Странно, это нормально. Так и играют. У них как раз таки один лучник, типа, и 5 пехов, поэтому они могут... А я, парни, а как вы вдвоем сдохли от джавелина? Ну, как... За, нас заблочили и... Там просто оставили и забили хуй, типа, убежали. А чего вы ничего не сказали? Мы слышали, что говорить надо было. Блять, ну вы, блять, за пехов играете. Типа, говорите, ну, ча пизда нам, давайте... Да просто остальные пехи все съебались и все. А чё вы не успечали, ребята? Рэй, опять щит проебал хороший, на респе. Да, ну чё? А, они нас тупо идут, походу, пушите. Если будут пушить, просто их встречаете. О, о, найс. Чё, драка есть, нет? Нет, нет, пока нет. Только контакт. Давай, давай, кидает. Ну они сейчас будут пушить вас. Бля, ебать, ты проходишь один. На этого один. А я нахуй шот нахер. Может каву убьете там, не знаю. А, я тоже две. Они вас чё, пушат, бля, один пушит, уже... один пушит. Да, сори, ребята. А, не пушит. Кава, 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 кава. Кава сзади, если чё там. Ой, сори. Не бывает. Вообще могли выбить. Ребят, вы насасываете везде, в пехоте. Ну, похз. Давай направо, что ли? Давай. Флаг. Да. Ребят, ну чё никто даже банку не возьмёт? Все таган же скидывают. Потому что нордов не расколупаешь. Банк, если тебя за два удара убивает топор. Вам нужно хотя бы жить. Если вы реально понимаете, что вы их не можете расколупать, просто живите, дайте поработать лучнику и каве. Не, в этот раз лучше было, чем в прошлом. На это процентов 10. Не, мы можем спокойно их выигрывать. Просто... Просто не можем. Возвращайтесь. Они за нами идут, походу. Да, опять, а? Соберитесь вместе, блять, нас опять сейчас лучше запушат. Так, встречайте, встречайте, встречайте. Да, слева. На этого, на правого лучника пушат. Право надо забирать. Хорошо. Кава. Боже. Кава сзади, кава сзади. Сайта пор, господи.
Да ну. Пиндет на пейхе тут. Дай быть кого, ребят. Ебать, да ну нахуй! Окей. Засосали, да. Там сейчас кто-то, короче, достал тоже копье и, ну, типа, проблема в том, что был минус пех, по сути. Типа, я вот один стоял на копье и дефил вас, зачем еще кто-то доставит? Какую-нибудь открытую. Кстати, вот я... Короче, ой, если меня пушат или я умираю, типа, на копье, то кто-то вот, блядь, меняет меня, как бы. Кто там менее всего занят на копьях. И он говорит, я, блядь, на копье. А то, блядь, мы опять вот сейчас... Я стою с копьем, дефлю, и еще, блядь, рядом со мной стоит, вот в метре от меня пех, и тоже с копьем. Не знаю, кто это был, но не нужен. Я не буду на копье заведеть. Я сел. Еще одно там, кого-то придумайте. Навал, ну. Бля, нормальная карта что-то. Ну, они в луках не хотят брать очку. Ладно. Господа. 2 кавы, 4 пеха, 2 арба. Скину он, конечно, шпиц. И меч бесплатный. Он за кого может подыграть? Ну, Зенджер, в принципе, собственно говоря, пенетратор, ну, если про все имя классы. Да. Я хуй знает. Чё, я на кау иду или чё? Гордиус в Ван Луке? Да, я не знал. Скарлет. Я. Okay, Varden, you're gonna drop. Varden. Yep. You're gonna drop long gold pike and the cavalry you're gonna drop you a good shield. So you don't buy yourself a shield and you don't. I know. Like that. Зангер, давай за кого ты играешь? Ну, с Бородин скидываю, дальше Шпизы. Кто еще там? Я скинул, Самайя. Это Самайя, да? Да, Самайя. Ты тогда сделаешь Вородин, Эльдар Анубис, два лучника, скидываете по арбу, Пеня, и Демон скидываете по этому, по мечу им. Поднимаете арбы себе. Ну и тут все просто. Будем идти на этот, направо сразу. Направо? Да. Да, бля, только я загружусь сначала. Посмотрим, что они будут делать. Давай забей, возвращаемся назад на центр. Раш, что ли? Ну не раш, а? А, подожди, я твой щит запиздил. Не-не-не-не, я не знал, что подобрал. На центр идите. Као с арбом сзади. Не ловите, блядь. Да, приезжаем, что ли. Зайдем. Откуда это тоннель? Идите. Так, они отходят. Так же. Мы вроде наравне с ними идем по времени. Найс. Хаос арбом. Минус лук. Нихуя себе, он так быстро там дошел. Да. Это хитрый. Там сами мы идем. Они блочат. Самый быстрый занял позицию? Так, ну, давайте я вообще копье-то, да? То... Их слева. Давайте так. Так, слева. Ну там кроссфайр. Анубис, иди сюда. Выйди с левой стороны. Так, там направо. Я же одного только смогу занять. Раш, что ли? Нет, просто заблочил. Слева выходим или что, я не пойму. Выходите по лево. Займи этого лучника, что он. Лево выходит, все, выходим. Он спрятался и стреляет. Я думаю. Упали. Выходим? Не, назад. Слева выходи. Алло, пацаны. Ранил. Да, слева, пацаны.
Слева заходим. Парень голов. Никто не заходит. Флаг не понимаю, нормально. Тебя лав. Похуй. Окей. Ну они один бандита направо отправляют, да, туда еще с ним. Пока вот оставить. Окей, начинайте проходить туда. Close one right and left, right. Close one. На флаге. Поехали, поехали, вехи. Уже буш. Тут замес на флаге. О боже. Да. Я хочу в миль подраться, нахуй это копье не хочу ничего. Я скину. В таком случае. Не-не, я скину. Я просто не про это, я про то, что... Накопление особо хочется стоять. Ну, хотя, но я не могу пробивать их щиты, блядь, или как-то ранить по флагу. Да тут не в щитах проблема. Живи просто. А я закупил. Да, типа, один пех не закупай, длинный шпис. У нас же есть. Идем сразу направо? Да нет, понятно. Ждите возле этого. Понятно. Возле арки. Зенджи. Ты не скинул? А, ты не умер. Он же выжил. Я подхожу с говном. Может... Давайте идите назад, идите на лоб. На лодку через миду. По миду идут, можно было встретить, в принципе, справа. Давайте их на трибушете встречаем. Это уже поздно. Я уже на лодке. Я понял. Ну назад. Тогда я что, налево на камень или вешал? Направо на камень. Я просто отступим, я тебе не буду. Да. Тогда направо на камень пойду, окей? Да, иди туда. Они тебе идут. Ложечку. Давайте их встречайте вот прямо сейчас в открытой местности. Вот прямо на них. Хорош. Давайте, ребят, я на копье. Ранил еще пеха, слышите? Отходим назад или до пуша? Еще пеха ранил. Пех, сзади кого? Сзади кого? 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 Кавальда! Там еще два арбаня. Через мидл кава. Бедный. Я иду, братик. I'm coming. Видишь, я Рэй? От лучников отойдем, давай. Их тоже два арба. Да, отойдите на флаг просто, че вы, блядь? Так-то да. Нахуй нам заметил. СНК неплохо, но что же насчет? Так, один подходит к тебе в одну. Два арбана катапульте. Тебе Рэй кавай. Один уже спустился. Слева. Один дал лут. Арба заняли справа. Нашего заняли арба. Да, 30 секунд на флаге, пацаны. Все, он обратно идет. Арб. Хотел прыгнуть нормально. Дима, да просто стой. Почитал. Где они, блядь? Один сзади тебя, внизу входит. Лево и слева. Слева. Хорошо. Да. Ну он. У него, походу, до сих пор колесик мышел, да? Так, я скину вон какая-то шпиц. Куда идем, товарищ? К туннелю. Блять, ну. К туннелю.
Они нас идут встречать. Сзади, сзади арм. В туннеле арм. Можно зараз, что надеюсь. Так, ребят, да, ну, блядь, тоже замес намечается. Ебать, меня отрезали. Ну чё, кава, заезжайте. Я внутри кава туннеля. Сзади, кава, сзади. Кава, сзади тебя арм. Еще одна кава есть. А шо? Да. Ранил арба, который по центру района, блядь. Так, а мне, на меня арп и кава. Держись просто, у нас файт. Я не успел. Не, кого вообще. Стопай. У них там только один арк, почему мне когда его не убили? Блять, все, потом, ты можешь потом, пожалуйста, брат, ну ты что, не видишь ли нас замеса? Сзади, сзади арп. Где мой арп? Минус два. Арп дерется. Ну чё, пацаны, блять. Короче, он там всегда один стоит. На будущее. Эльдар, нахуй ты орёшь, блять. Куда идём, Рэй? Куда же, флаг где был? Не знаю, они нас просто... Кава. Да ладно. Не, ну это шутка. Справимся, ребят. Всего лишь 23 часа. 8-1 чисто, чел, ебать. А это арб? Это, кстати, вралучник, так что... Да. Куда арб есть в тоннеле? Окей. Они будут пушить, походу, на центр, не дай. Ну, да, свой резвый. Принимать, так что, наверное, а лучше пойти. Да, они в тоннель все ушли. А где, блядь, все остальные? Мы бежим через... Это, а я же вам говорил, уйти на тоннель, или... Так они нас принимали там, зачем? Ты говорил, уйти на тоннель, я не слышал. Окей. Так, я налево пойду. Справа, видишь, арбалетчик вроде. Я на бесенке. Арм в туннеле. Да я знаю, что налево, там пех был бы в туннеле. Я не хочу опять драться. Давайте все через туннель. Бля, как бы. Уже минут 30. Ну вам придется их здесь пушить. Ну. Кто там, кто-то один пошел на этого. Так, справа арбалетчик был бы вообще хорошо, если заняли. Некин, ну. Арбалетчиком уже не пускай. Ну вот проходите, он сейчас не стреляет, можете проходить на них. А, неплохо, блядь. Неплохо играем, нахуй. Кавы. За кавы справа едет. Меня двое заняли, пацаны. Хелп. Ну так же, в принципе. Ай-яй-яй-яй. Арм сзади стреляет, кава спешно. Я хз как? Забей. Да что за бред, почему резист? Хорош. Надо арбат. Хорош. Займу одного арба. 208. Кава есть? Нет? Занимаю арбат. Нету, нету, только арба. Второго занял. Прикол. Я в рот ебал просто, блять. Восьмер базан. Надо разбирать их флаг. Не успею. Я не добегу тупо. Нет, тупо. Он не точно. Шо мы хорош. Вау, смотри, бандит. Бать он вообще лох, блядь. У них 3 тимкила, да, вроде бы, не? Нет, один вроде, или... Два, два. Два точно было, Дима. Ну, у нас один тоже был. Да? Угу. Куда идем, пень? Рэй. На центр. Центр. А шпицк кто не забрал? Ну, да, ну, ты меня получишь, Эльдар? Ну, один коник... На три бушет, встаньте кто-то, и все. Я как бы сказал, Red Bar, блядь, пацаны, два лука в одном месте. А, никто не в курсе.
Нет, все в курсе, ну, ребят, понимаю, к чему это было сказано. Ну, да, забей. Особый смысл какой-то имеет. Да. В контексте определенного, да? Да, давайте их встречать на центре. Встречать, справа, слева. Да, я уже спрыгнул с трибушета. Спрыгнул с трибушета уже, блядь. Зачем? Нахуй ты прыгнул. Назад бежи, блин. Вот успеешь. Давай, да мы уже не успеем, их там нормально. Да уходим, я уже пришел. Блядь, уходим, вы двое там. Здравствуйте, вы... Да нет, ну... Мы разделились. Бля, отхожу на это говно. Что за бред, блин? Зачем вы съебались? У нас же свада вроде открытая местность, не? Сейчас на арба пройду. А, Бендетта занят, в принципе. Просто держи его. Парни, долбоёб за мной бегает, да? Забрал Бендетта. Сейчас мату надо. Бля, шо вы так... Да как он жив? Блять, я не понимаю, почему. Я ебал, почему я не пробил после чембера? Сейчас мы точно попадем, Настя. Пиздец, я брат. Вот он жирный. А мы даже выиграем, господи, серьезно? Блять, за мной дебил бегал всё. Так, спасибо. Что у них по классу? Кава и пех? Да. Да. Да все. Пеха ранил один раз. Я, в принципе, тоже раненый. Молодец. Пиздуй тебя на флаг, бля. Да, я тоже раненый. Ну тогда дохуя. Ух, ебать. Можно? Ух, ебать. Можете спеть. Ранил, смотри, смотри, смотри. Даже. Да. Ях не бей там, когда и все. Блин. Ну да. Боже, Дима. Убил вора. Мы даже выигрываем, да, пацан? Дел, блин. А зачем ты, типа, ну я занял уже это. Симоня, ты первый слышишь, заткнись. Я, блядь, думал, он занял пеха. Я поэтому Каву пытался это. А, мы можем это не доигрывать? Не, ну, по-хорошему доиграть. Ну, они, блядь, из этого точно толку не получат никакого. Ну, тем более. Рей, давай просто играем. Может, просто некрасиво заканчивать на такой. Ну, спроси у них, типа, доигрываем или нет. Да, забей, доиграем. Ладно, похуй. А, тут то же самое по сетапу. Менять толку нечего. А, две кавы скидывают по два этих. Ну что ты делаешь, блядь, помог. Две кавы скидывают по два мяча, два арба скидывают по два арба и все. Димка, ты где? Я пересхожу сейчас один. Ну и вроде все. Блять, вот почему ты за него так? Что за говно? А против похож. Этого гея Анубиса. Они готовы. Сейчас я. Смотрите, копье в жопу воткнуло, дамага не нанесло. Да никуда ничего не воткнул. В жопу воткнуть. Ну он просто уезжал, типа, поэтому. Скорость. Да, он уезжал, блядь, он спешился. Так, а. Давайте это. Ебать. А, занимаем позиции так, типа, оборонительные. Один лучник направо, один лучник на повозку, все остальные пехи под стену. Они выходят слева. Давай, блядь, ну давайте побыстрее как-то это все. Почему, блядь, они успевают, а мы нет? Вот не можете это сказать? Давайте их кушать здесь. Кава с центра, кава с центра, две кавы с центра. Можно пень. Еще одна, еще сзади лежит. Подожди, подожди, давай. Что-то тут в большинстве как-то пушат. Ну, ну да. Не, ребят. Как-то в большинстве запушили, когда. Не, ребят, вот тут уже извиняйте, но это уже. А чё? Вардин арб, да? Вардин, where are you, Archer? Это понятно, почему нас мало ехал. Да сама я не успел загрузить. Ты fucking boiler, man. Finish this. Just fucking it. Jesus, why are you being a little fucking bitch? Just play. I'm not. I'm losing one hour for nothing. A fucking waste, man. Мог
общем, это быстро сейчас закончится. Ну, так, так и надо. Пушить будем. Просто. Давай, просто на них идите. И... Так, мы двое опять, слышь, завод. В прошлый раз я был с вами. Виндетту ударил, кажется. А он тебя. Кого? Не, забей. Да. Забей. Короче, на следующий раунд все берем каву и на них. Прямо да? Вот сейчас. Прямо вот сейчас, да. С белой кавой развалим. Так, да, курс, Манхан. Барден, go course. I know. Like, go killer, yeah, okay. А ну без, блядь. Шлюта, бухая. О, кто-то меч сейчас кинул мне, спасибо. Может, добежишь? За Рохан, пацаны? Ну не стопай. Ты сука ебаная, бля. Все, давайте. Типа, не, я знаю. До свидания. О, иди сюда, пока. Всем пока. Давай. На выходных что-то планируется или нет? Кажется.